find a way to close the fucking gadget. Всем привет, с вами Джейкоб. Наконец-то сел я снять GTA Online. И первоначально я решил, что сегодня буду целый выпуск перевозить груз, так как было в предыдущем выпуске по GTA Online, который был еще, не знаю, по-моему, несколько месяцев назад даже. Вот, но что-то я последний момент передумал и решил, что вот за все время, за все 8 или 9 выпусков, которые у меня были по GTA Online, я ни в одном из них не покупал себе какую-то нормальную машину. Да, у меня есть вот эта машина, которую вы наверняка видели в выпусках предыдущих. Иногда я на ней катался, иногда даже гонки на ней выигрывал, хотя это были такие себе гонки, но в общем, ладно, не суть сейчас. Эта машина как бы мне давалась бесплатно, я увидел, что она как бы дается, ну, то есть, не знаю, по-моему, где-то между вторым и третьим выпуском где-то я ее купил себе и немножко прокачал за свои деньги. Но по сути она мне бесплатно досталась, но ясно, что если Rockstar дает вам бесплатно машину, то явно она техническими характеристиками не блещет. И, в общем, пожалуй, я сейчас буду покупать себе какую-нибудь машину. Естественно, бюджет у меня небольшой. Всего лишь 500 000, блин, это, ну, все-таки это немного. В принципе, для меня это большая сумма, но как для машин, которые стоят по несколько лямов здесь, GTA Online, это очень маленький бюджет, но я не собираюсь покупать какой-то суперкар. Вот, пожалуй, я возьму что-то простенькое. И эту машину я перегоню, пожалуй, себе в гараж другого дома. Отлично, перевез я ее сюда. Ну что же, давайте где-то нормально себе стану. И давайте смотреть на разные сайты. Legendary Motorsports. Ух ты, сортировать по цене. Вот, как видите, $0. Это вот та машина, что у меня. Она как бы бесплатная. Вот, естественно, она здесь, ну так себе, ну так себе. Поэтому я буду что-то смотреть здесь такое интересное. Пародия такая себе на Rolls-Royce, насколько я понимаю. Но здесь как бы в GTA очень много машин, которые похожи на реальные. И здесь марки совсем другие. Это не Rolls-Royce здесь, а Super Diamond. Но нет, мне бы что-то более такое типа гоночное, что ли, я не знаю. Что-то такое немножко и стильное. Можно даже что-то типа ретро. Классика, такое обычное. Давайте смотреть, вот что это значит. Какой-то человечек и написано 2. Не знаю. А, видимо, 2 места. Понятно. Ладно. Ну, вот здесь уже интересные тачки начинаются. Вау, 500 штук в гроте туризма. Жаль, у меня тупо 2 штуки не хватает до 500к. Я бы, возможно, даже... Она меня немножко соблазнила, я бы ее даже взял. Гасси Инфернус. О, Инфернус, прям сразу же вспомнил. Самп. Вот это интересная машина такая себе. Не знаю, дальше уже дороже идут. Возможно, есть еще какие-то сайты по машинам. Где здесь? О, путешествие и транспорт. Видимо, нет. Купите яхту, велосипеды, бронетехника. Нет, все-таки... А нет, еще автосалон, Беннис. Оу, дорого, дорого. Хотя здесь есть и дешевая. Слишком малой какой-то выбор. Реально, что-то слишком мало. Ладно, все-таки, видимо, Legendary Motorsports. Давайте смотреть тут. Еще раз посмотрим. Пегаси Инфернус. Ну, блин, она меня заинтересовала. Но давайте поначалу глянем вот на эту. Статистика транспортного средства. Ну, что-то такое. Обычное, среднее, как для этой цены, походу. Вот. Ну, внешний вид. Она такая необычная довольно. Но, честно говоря, ну, не очень по душе внешний вид. Поэтому, пожалуй, все-таки посмотрю на этот Pegassi Infernus.
Где он у нас спрятался? Блин, ну вот это просто топ. Просто топчик. Я бы ее брал бы, не размышляя, если бы у меня было бы 500к или чуточку больше хотя бы. Чтобы еще можно было бы как-то перекрасить или там что-то добавить такое интересное. Ну, Инфернус не похож, конечно, как Сампа. Вот, но тем не менее... Ну, интересная статистика, единственное, это что торможение здесь какое-то очень низкое. Но я думаю, что это можно будет прокачать. О, давайте я все-таки гляну еще там на одну, и если нет, то буду брать этот Pegassi Infernus. Все-таки покупка машины. Блин, небольшое событие. Возможно, так хотя бы буду почаще в GTA Online заходить хотя бы какое-то время. А здесь, кстати, статистика, по-моему, получше. Получше, по-моему. Давайте вот сравняем. Вот торможение здесь больше, чем 1.5. Здесь вот примерно вот так. Примерно запомнил. Да, окей. И давайте еще раз посмотрим на эту Pegassi Infernus. Блин, вот здесь вроде все одинаковое, то что торможение здесь занижено. Ладно, хрен с ним. Берем Pegassi Infernus. Какой же цвет выбрать? Черный, белый, оранжевый уже не хочу, честно говоря. Белый. Вот мне что-то по душе белый. Он какой-то такой сразу выражается, даже вот в темное время суток. Давайте, давайте белый. Заказать. Итак, бульвар Веспуччи, давайте. Вот сюда. Заказ обрабатывается. Продано. Такс. В ближайшее время, отлично, отлично. Ну что же, пожалуй, я пока покатаюсь на своей старенькой, теперь старенькой уже машине. И да, да, вот она. Ну слушайте, неплоха, неплоха. Infernus, блин, круто, круто, мне нравится. Ну чё, давайте проедемся на ней. Вау, вау. Неплохо, неплохо. Думаю, не пожалею о ней. Вау. Давайте. Так, как камеру сменить, забыл. Неплохо. Почти сотку почти уже выжила. Ай. Вау. Неплохо, неплохо выжимает, слушайте. Управляемость. Ну, в принципе, она не ездит, не дрифтит, блин, не знаю, как это сказать. Ну, в общем, именно то, что нужно, по-моему. Внешний вид такой довольно прикольный. Вау. Да, да, да. Это то, что нужно. Ладно, ну сейчас я, пожалуй, у меня 58 штук осталось. Я, пожалуй, если можно, что-то куплю, может, какие-то диски другие. Давайте посмотрим, где здесь. О, уже очень близко, здесь буквально рядом. Можно прокачать. Посмотрим, что на эти 58 штук можно здесь сделать. Кайфовая машина, кайфовая. Мне нравится, и звук издает такой прям мощный. Да, она недорогая, она не супер классная, не такая, как самые топовые, но она неплохая, она неплохая. Такс, и что здесь... Я уже привык к Сампу и забыл, что здесь есть такого. Давайте посмотрим фары. 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 Ксеоновые. Давайте, берем. Неоновые наборы. Нет. No. Клаксон. Ну, здесь обычно дорогие. Нет, это нафиг не нужно. Это все, блин, очень дорогое. Двигатель. О, вот это бы не помешало. Давайте возьмем второй уровень двигателя. Отлично. Глушитель. Не знаю, по-моему, он лучше. Давайте возьмем, да, он лучше. Взрывчатка нет. Броня. 12 штук берем. И чё, тормоза 20 штук. Не знаю, потом возьму как-нибудь, может даже лучше. Давайте чё-то
здесь по окраске дополнительный цвет. Эмблема банды. Нет. Основной цвет. Что-то здесь. Спойлер, подвеска. О, здесь еще много чего прикольного, но у меня всего лишь 25 штук. В принципе, можно вот этот взять. Небольшой подвесочка, но... Я не знаю, стоит ли она полуспортивная. Да ладно, две штуки, это немного, возьмем. Колеса, стекла, Слабое затемнение, среднее затемнение. Давайте среднее. И колеса. Шины. Нет. Цвет колес. Колеса эксклюзивные. Хромированные. А, нет, хромированные очень дорогие, я забыл. Давайте пока что-то недорогое возьмем. По максимуму, как только можно. Уложиться. У меня 12 штук, блин, осталось. Его. Класс. Давайте возьмем, может, какие-то спор стандартные диски. Что-то такое необычное хотелось бы, не знаю, но в то же время. Давайте вот эти. Да. Номера. Посмотрим хотя бы что-то. А, здесь все довольно дешевое, можно взять даже. Вот давайте на белом. Ну чё, три штуки осталось, ладно. Да. Ну чё? По минимуму, вообще по минимуму прокачали. Думаю, нормально. Да, думаю, будет нормально, еще немножко проедусь. И, пожалуй, на этом буду заканчивать этот выпуск по GTA Online. Ну чё сказать? Неплохая машина. Неплохая, мне лично очень нравится. Да, прикольно. В будущем буду еще, обязательно буду ее еще прокачивать. А так пока, буду привыкать к ней. И, может быть, продам ту предыдущую. Хотя вроде ее нельзя продать, поскольку я ее бесплатно взял. Видимо, нет. Не судьба. Ну хрен с ним. Ладно. Давайте посмотрим еще изнутри. Ничего, так прикольно, прикольный такой себе Infernus. В GTA Online. Ладно, на этом, пожалуй, все. С вами был Джейкоб. Обязательно ставьте лайк. Не буду теперь говорить, что буду чаще снимать GTA Online, поскольку, ну, просто поймите, что я как бы не могу раз за разом снимать что-то одно и то же. Мне всегда хочется что-то новое. Если не влоги, то какие-то игровые видосы с каким-то прикольным монтажиком. Что-то такое мне больше по душе. Каждый раз что-то новое придумывать. Я, по крайней мере, не знаю, стараюсь. Вот. Спасибо вам большое за просмотр. Да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Здесь много интересного контента. Я уверен, вы найдете что-то для себя. Ну и, в общем, на этом все. Всем удачи. Всем пока.